Молодые депутаты Северского района посетили ветерана войны Александру Петровну Бедненко. Во время войны Александра Петровна была санитаркой и медицинской сестрой. Проработала в госпитале всю войну. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, множеством медалей. Александра Петровна помнит многое, и воспоминания эти тяжелые, поскольку в госпитале каждый день приходилось видеть страдания и смерть людей. Это были такие случаи, что ранены очень тяжелые, и их очень много, и крови требуется очень много, ее не хватает, и потому что кому-то не подходит группа. А у меня была первая группа, и она всем подходила, все водные. И вот когда сделают человеку вливание, и он вдруг начинает улучшаться, вот это... И мне радостно, что человек задышал. Как и для всех участников и свидетелей Великой Отечественной войны, победа 45-го года для Александры Петровны стала одним из самых радостных и важных событий в жизни, память о котором останется навсегда. И вдруг победа. Да кто во что гораз, кто как мог, так и выражал свою радость. Ну, и все очень хорошо. Но дай Бог, чтобы этого не повторялось никогда. Не было ни этой войны, и чтобы не было никому так плохо, как это было. Александра Петровна знает цену победы. Это не только красивые слова и подвиги, но и миллионы оборвавшихся жизней. Молодежи она желает самого главного – счастья и мира.